Стоит инструктору скомандовать, и бельгийская овчарка Тор вместе с кони Корса Окси цепляется мертвой хваткой. Находить и обезвреживать преступников – это один из профилей работы сотрудников кинологической службы. Юрий Шенгин стал кинологом случайно. Устраивался инспектором ДПС. А в отделе кадров вдруг спросили, не хочет ли он поработать с собаками. Вчерашний выпускник школы полиции согласился сразу и теперь больше года работает кинологом в паре с молодым резеншнауцером. Взаимопонимание, оно находится тяжело, конечно. Это не так уж и просто. Собака, она же не умеет разговаривать, мы не можем с ней договориться, попросить ее о чем-то. То есть это конкретно работа каждодневная, которая, ну, требует большого труда. Всех собак готовят в специализированном центре Екатеринбурга и уже обученных привозят в Нижний Тагил. Породы тоже нужны особые. В основном немецкие овчарки. Другое направление работы собак в кинологическом центре – поиск наркотиков. Для русского спаниеля Бубль Гума – это еще и игра. Ведь благодаря дрессировке он приучился ассоциировать запах порошка с мячиком. Чтобы собаки всегда были в форме, их тренируют ежедневно. Под контролем Дарьи Бызовой Бубль Гум проходит полосу препятствий. Несмотря на стереотипы о том, что работа в полиции – это не для девушек, Дарья с детства хотела быть кинологом. Закончив школу полиции по соответствующей специальности, женщина работает в кинологической службе уже около 10 лет. А недавно, пару недель назад, они с Бубльгумом даже совершили подвиг. Нашли крупную партию наркотиков. Собака сработала хорошо. У нас в последнем случае тоже изымалась зиблок с порошкообразным веществом. Собачка, в общем-то, нам хорошо помогла. И не только идут по следам преступников и обнаруживают наркотики. Собаки помогают находить людей. Благодаря служебной собаке, то есть мы нашли грибников, которые у нас заплутали в районе Серебрянки. Значит, нашли только из-за того, что собака, значит, лаяла очень громко, в лесу было очень слышно, и то есть эти грибники сами вышли на лай собаки. За профессионализмом пса в погонах спасенные человеческие жизни и наказанные преступники. Поэтому, как шутят кинологи, отбор у них строже, чем в армии. Владислав Безруков, Павел Охотников, Андрей Фатыхов, новости Тагил ТВ.